Всем привет! Обещал вчера снять, показать зарядное устройство для аккумуляторов формата D. Вот это вот такое зарядное устройство. Оно умеет как и заряжать, так, но я нажимать не буду, так и разряжать аккумулятора. Если я нажму на эту кнопку, то сейчас у нас показывает charge. Давай фокус. Вот, а это будет показывать recharge. Ниже надпись будет гореть, и аккумуляторы будут разряжаться. И шкала будет по-другому показывать. То есть, ну, как мы знаем, такая функция очень сильно нужна для аккумуляторов никель-металл-гидридных и никель-кадмиевых. Вот тут такая крышка, и вот ячейки. Ячейки для батарей. Можно заряжать не только D, можно заряжать пальчиковые аккумуляторы АА, мизинчиковые, и можно заряжать крону 9 вольт. Вот. Батарейки, аккумуляторы я специально замотал изолентой, чтобы отличать их от тех, которые уже заряжал. А вот эти заряжаются в первый раз. Так, ну вот наименование. Так, ну чё? Universal DC. Вообще фокус дурацкий. Ну-ка, сейчас я сменю. Ну, что-нибудь вот так вот сделаю. Так. Заявляла, что может питаться не только от сети, но и от 12-14 вольт. Но я такого разъема не нашел. Да, и фокус. Хочет. Так. Фокус, фокус. Фокус, фокус. Продаются такие под брендом Palo. Я, кстати, думал, что мне Palo придет. Нет, нигде не написано, что это Palo. Ну, чистая копия. Заряжает он такие большие аккумуляторы за 8 часов. Ток заряда 1 ампер. Вот эти что-то быстро зарядил. Часов за 5. А когда все 4 установлены, заряжает за 8 часов аккумуляторы. Что тоже не быстро. Вот. Такая зарядка. Это у меня всякие батарейки еще с тех времен. Так, что еще хотел сказать про него? Наверное, ток заряда делится на все 4. То есть получается по 250 миллиампер. Но это не точно. Надо мерить. Вот говорю, когда 2 стоит, зарядил за 5 часов. Это я сейчас повторный цикл включил зарядки, чтобы показать. А так я пришел, они показали, что заряжено. Я думаю, их надо еще подзарядить. Потому что здесь, если там... Ну, значит, батарея не соответствует заряженной емкости. Значит, нет 10 тысяч ампер тут. Миллиампер тут. Китайцы опять обманули. Так. А, ну не буду открывать, хотел показать. Я там поролонку заложил аккуратно, чтобы батареи не гуляли. А так остальные 10 штук уже в аппарате. В принципе, нормально заряжены. Ну, помимо того зарядного устройства, у меня есть и вот такой вот. Это у нас Litokawa. Уже зарядила один аккумулятор. Litokawa LiE-S6 на 6 элементов. Ну и вот показано, какие аккумуляторы можно заряжать. Аккумулятор D сюда не входит в ячейку.
То есть надо постоянно прижимать его. Ну, я как-то зарядил один аккумулятор этой зарядкой, и он также мне показал такую же емкость, как у пальчикового. То есть пальчиковый аккумулятор на 2300 миллиампер, он заряжает, вливает ток. Здесь показывает, какой ток влился. Зарядил, влил 2300 миллиампер. Также он зарядил большую формат ЭД, тоже на 2300 миллиампер. Больше не влил. Такие дела. В принципе, можно заряжать формат ЭД аккумуляторы, но только один элемент получилось у меня внедрить. Сейчас покажу, как это выглядит. Все равно они уже заряжены. Вот, беру элемент. Так, секунду. Вставил элемент в ячейку. Тут уже у нас вот эта зарядка показывает напряжение. И вот видите, я палец отпустил, и все. То есть вот так прижимать, либо я пробовал натягивать резинку, либо обматывать изолентой. Вот когда обмотал изолентой, у меня батарея держалась. Видите, чуть-чуть сразу отпустила. Ток зарядки 500 миллиампер. Такую батарейку будет заряжать, такой аккумулятор будет заряжать долго. Если он реально на 10 тысяч миллиампер, на 10 ампер. Ну, по факту, наверное, 3000, 3 ампера, не больше, я думаю. Ну ладно, всем пока.